Самую волшебную ночь года жителям и гостям Анапы скучать не придется. На Театральной площади в ночь 31 декабря на 1 января с 23.00 до 2 утра развернется красочная театрализованная шоу-программа «История любви или сон в новогоднюю ночь». Свои самые яркие номера приготовили лучшие творческие коллективы Анапы. Всех владельцев собак приглашают в новогоднюю ночь нарядить своих питомцев, прийти с ними на праздник и принять участие в костюмированном бале символа года – модный дог-бум. В час ночи в небе над Анапой вспыхнут огни праздничного фейерверка, а продолжаться гуляния будут до 2 утра. Кстати, общественный транспорт по городским и пригородным маршрутам номер 2, 9, 17, 24, 25, 111, 114, 116, 118, 125, 126 и 135 будет работать до 3 часов ночи.